Всем привет! С вами канал Lakshmi Gold. Хочу вам рассказать, как мы отдыхали в Черногории. Мы остановились в городе Бечичи, который рядом с Будвой, на частной вилле. Объехали все черногорские бухты. Бухта Которска нам очень понравилась. Город Котор красивый, особенно набережная. Старый город, о котором я вам расскажу в следующем видео. Мы поднимались на гору. С горы шикарнейший вид на набережную, порт. Здесь паром отправляется. Расскажу вам про пляжи. Пляжи здесь очень маленькие, это правда. Но туристов здесь тоже оказалось мало. Нам никто на пляже не мешал. Вода здесь самая теплая. Из всех бухт черногорских Которская бухта самая теплая. А самая холодная бухта — это бухта в городе Бечичи. Нам очень не повезло, что мы именно остановились в этих Бечичах. Поэтому мы купались в других бухтах, когда были на экскурсиях. Итак, всем спасибо за просмотр. С вами была Lakshmi Gold. Если видео было вам полезным, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока!